10 лет назад, когда я была юна, свежа, очаровательна и стройна, я выступала на сцене вот с Харатьяном. Вот Харатьян, вот я, вот мы на сцене. Я так не был в местном зале, я опоздала на его концерт. Зашла, естественно, опоздала, зашла, села в середину первого ряда, обратила на себя его внимание, и он меня вызвал, конечно же, на сцену. Ну, кого же, как не меня? У него такая фишка, интерактив со зрителем. Нужно было играть сценку. Вот он, мой муж, мы на вокзале, и мне нужно сделать так, чтобы он не уезжал. И я в микрофон: «Не уезжай! Не оставляй меня!» Он такой: «О, актриса!» Зал такой: «Ха-ха-ха-ха-ха! Она великолепна!» Я увлеклась. Я спутала ему немножко карты своей прессии, импрессии, экспрессии, импрессии, экспрессии. Красотой и талантом, артистизмом. И после он так своим поведением, он так пытался, что я перешла немножко на его сцену, сошла, так сказать. И после я извинилась. Он заставил меня чувствовать себя не